Я предоставляю слово с удовольствием Елене Раймондовне Боровской, кандидату филологических наук, доценту Департамента методики обучения Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета. Доклад Елены Раймондовны «Парафразирование в повестях Тургенева с героем-художником». Вот, Елена Раймондовна, слушаем вас с удовольствием. Уважаемые коллеги, прежде всего хочу поблагодарить вас за возможность участвовать в этом заседании, потому что для меня честь быть в вашем обществе и представлять результаты своего исследования. И я буду выступать с темой, которая указана на экране, я понимаю, что всем видно, и парафразирование в повестях Ивана Сергеевича Тургенева с героем-художником. И выбраны две повести, которые указаны на экране. И я перейду сразу к материалу, экономя время, помня, что есть еще другие желающие выступить. Итак, уважаемые коллеги, основные понятия на экране – это те понятия, за формулировку которых всегда внутренне благодарю Юрия Ивановича, потому что он и обобщил в своей книге разные подходы и дал нам, исследователям, тот инструментарий, который позволяет нам найти подход к произведению и, главное, добраться до результата анализа художественного произведения, а не просто перебирать какие-то особенности текста без конечного продукта. Основное понятие исследования – парафразирование, и концептуальные вещи на экран я вынесла, не буду их зачитывать вслух, но взаимосвязь терминов, которые были представлены чуть раньше, совершенно очевидна в этих приведенных цитатах. Задача наша будет состоять в том, чтобы при описании процесса парафразирования в повестях Ивана Сергеевича Тургенева ответить на вопросы, что именно парафразируется, как, какими приемами, каким образом. И, наконец, наверное, самый главный вопрос – зачем? То есть как функционирует в тексте этот прием для того, чтобы раскрыть основную идею. И здесь тоже для нас важное понятие будет связанное с парафразированием и, собственно, указывающим нам правильный путь. Это образ, идея, внутренняя форма произведения. И вот, рассуждая об этой идее, которая разными средствами в произведениях раскрывается, в произведениях совершенно разных авторов, мы скажем, что мы выбираем образ художника, само представление, сама идея художника и художественной личности. И вот эта идея настолько по-разному раскрывается писателями, что можно говорить о проявлении индивидуального стиля в ходе мышления, и в ходе работы над разными редакциями текста, отбора материала, даже вплоть до отбора, выбора эпохи, на материале которой будет раскрываться идея художника и художественного творчества. Мы пошли по пути, предложенному, обозначенному Юрием Ивановичем, и сравнивали окончательный текст повестей и первой редакции. При этом мы решили совместить два произведения, имея в виду, что в центре творческой личности, художественно одаренной личности. Но если в «Песне торжествующей любви» это живописец, это, с другой стороны, другой персонаж, музыкант, то в произведении «Несчастная» главным образом мы сосредоточим свое внимание на образе Сусанны, главной героини произведения. Итак, если идти от «Песни торжествующей любви», то мы должны сказать, что здесь происходит стилизация и жанра, причем как литературного, так и музыкального, и стилизация эпохи Возрождения.
Это дает определенный набор приемов, причем интересно, что эти приемы очень и очень разные. И, как мы видим, здесь и особенности повествования, и дополнительные метатекстовые элементы, такие как, например, обозначение даты в подзаголовке, причем вот так своеобразно она указана, и на уровне имен, и на уровне деталей. Рассмотрим чуть подробнее, насколько это позволяет режим нашей работы. Ну, мы видим, что в центре оказываются герои-художники, причем интересно, что в данном произведении герои творят в разных видах искусства, и при этом их несколько. То есть здесь получается такая вот особая концентрация, что ли, персонажей данной направленности, поскольку в других произведениях мы будем видеть иную проблематику, а именно, как, допустим, несчастный, неприятие тонкой художественной натуры грубым окружающим сообществом. Так что здесь, возможно, вот сразу, да, скажем, разные акценты, при том, что один и тот же писатель создает текст, имея в виду идею художника. Если мы скажем о песне «Торжествующей любви», то здесь вот такое сложное соотношение разных временных пластов. Мы указали три эпохи. Если мы скажем о несчастной, то в этой повести Иван Сергеевич Тургенев говорит о рассказчике из XIX века, ну, условно говоря, современнике, и рассказывает историю, опять же, произошедшую недавно, 30 лет назад, как указано в тексте, опять же, это принципиально важно оказалось автору. Но при этом здесь есть особый план, о котором мы сейчас как раз скажем, план, организующий внутреннюю форму произведения. Ну, опять же, обратимся к песне «Торжествующей любви». Очевидно, что здесь представлены два художника, и на экране мы как раз видим сейчас эти описания, и как противопоставление героя-антагониста аполлонического и дионисийского начала в творчестве. То есть это вот многоликость художников, очевидно, связана с особенностями в изображении разных сторон творчества. Ну вот мы видим, это продолжается и в портретах, что заставляет нас вспомнить в том числе и картины, в которых эти два персонажа оказываются соположенными и контрастно изображенными. Мы можем сказать, что и на уровне деталей в тексте как раз представлена эпоха. Если мы говорим о портретировании, то здесь, очевидно, можно сказать и о том, что здесь входит живописное начало в прозу Тургенева. О музыкальном начале много сказано, но вот и живописное в том числе, потому что в деталях есть отсылка непосредственно, например, к этому полотну, а мы знаем и в песне «Торжествующей любви» роль ожерелья жемчужного, образ перламутра, раковины, жемчуга связан с образом Валерии. И вот как раз на заднем плане здесь мы видим портрет какого-то персонажа, и вот как раз Муций, очевидно, связан с этим вот мрачным, как звероподобным существом, ну и там массив опьянения и особого воздействия волшебного вина в песне «Торжествующей любви» тоже представлен. Также образ, связанный со змеями, здесь искушение, конечно, да, но и мы помним, что змеиной шкурой отделана скрипка, на которой исполняет свою песню Муций, и мелодия извивается, как змея, вот это змеиное начало, связанное с, очевидно, с вакхическими песнями, здесь тоже будет присутствовать. И результат творческого взаимодействия мы видим на слайде, и разные виды музыки, разных музыкальных инструментов, и картина «Святая Цицилия» Фабия, которую он только к концу произведения
эту картину он может завершить. Это картина, которую он пишет со своей супруги Валерии. И дитя, которое, о котором мы как-то так в конце произведения можем задуматься, как, ну, что ли, творческое какое-то вот творческое воплощение идеи, поскольку именно тогда и Валерия играет на органе, и смог дописать портрет Фабии, да, вот как результативность, что ли, творчества. Вот другой совершенно план в произведении «Несчастные» мы здесь видим отсылку, причем она много раз в тексте прозвучит, и она намеренно усилена автором, если мы будем сравнивать с более ранними редакциями текста. Это отсылка к ветхозаветному сюжету «Сусанны и старцы». Этот сюжет много раз изображался, в том числе в разные эпохи, и опять же здесь будет предполагаться вот этот живописный план. Ну вот этот сюжет, известный по книге пророка Даниила, сюжет о покушении двух старцев на честь Сусанны и попытке опорочить ее имя после отказа. И только пророк Даниил в ходе перекрестного допроса старцев выясняет правду и предает заслуженному суду этих самых старцев и наказание. Как мы знаем, финал истории Сусанны из повести Тургенева иной. Остается открытым вопрос о причинах смерти Сусанны, самоубийстве или убийстве. Речь идет о несомненной насильственной смерти героини, что не исключает один из этих вариантов. Этот план ветхозаветного сюжета вводится не только именем героини, но и хитросплетенной интригой, в которой задействованы Семен Колтовской и отчим Сусанны господин Рач. Сценой покушения на честь Сусанны, наконец, ее разговором с Виктором и оговором ее Виктором в глазах Фустова. И эта ложь более всего связывает сюжет повести с ветхозаветным сюжетом. Ну, если мы обобщим то, что мы сказали, то мы обратим внимание на то, что образ Цицилии будет связывать эти два текста, и, кстати, не только эти два текста, во многих произведениях с героем-художником образ Цицилии будет представлен именем, ну, чаще всего именем еще и Владимира Федоровича Адоевского гораздо раньше. И вот если Валерия изображается в образе Цицилии, то Сусанна тоже с этим образом связана, и идея целомудрия, с одной стороны, и с другой стороны, переводом имени древнееврейское «Лилия» означает имя Сусанна, а изначально в черновых редакциях мы находим дважды упоминание иного имени. Сначала героиня должна была быть Магдалиной, но, очевидно, там всплыли бы другие планы. И вот здесь как раз нам очень важным оказывается то, что мы можем работать с источниками, как раз путь, подсказанный Юрием Ивановичем Минераловым, когда стиль есть не какая-то четко раз и навсегда зафиксированная форма, а это как раз понятие текучее, переходящее одно в другое. И более всего, может быть, особенность стиля мы сможем определить, именно работая с черновиком, имея в виду, какие акценты важные для себя расставляет автор, вот в том числе как и с именем героини, заменяя имя Магдалина с определенным кругом ассоциации на вот ветхозаветную Сусанну с этим сюжетом о старцах. Ну и понятно, что финал оказывается разным. Таким образом, обобщая все, что мы сказали, можно заметить, что парафразирование – чрезвычайно важный момент в изображении художника. Обобщая разные планы во внутренней форме произведения, мы можем говорить об акцентах, различных акцентах в изображении, воплощении этой идеи художника и говорить об индивидуальном стиле писателя. Благодарю за внимание. Я закончила. Готова ответить на вопросы. Спасибо невероятное, Елена Раймондовна. Сейчас мы вернемся в реальность. Спасибо. Да, уважаемые коллеги, можно Елену Раймондовну прямо забросать вопросами.
Ну, я думаю, что в конце, может быть, да, возникнут вопросы, обсуждения, и, конечно, мы будем потом, мы на связи, мы будем обсуждать. Да, Елена Раймондовна, ну вы сознаетесь. Да, там со змейками, просто надо помнить, что Тургенев все-таки изначально поэт. И так как он связывает мысли, они не только вот так как-то компилятивно, правда ведь, да? То есть для него были важны и другие полотна, но эти Елена Раймондовна молодец, совершенно замечательно это сделала. Кроме того, надо сказать, что там, где он в Вешних водах вспоминает, тоже этот образ змеи, не случайно Мария Полозова, это русская женщина, и не случайно он смотрит на эту Полозову, и она его спрашивает: «Эней, ну если мы не читали, мы ничего не помним, а если читали, то вспомним о двух змеях, которые Лаокоон обвивают», ну и так далее. То есть здесь, думаю, круг его ассоциаций более широкий. Но очень интересно, конечно, Елена Раймондовна, как всегда, молодец. Невероятно, да. Елена Раймондовна, осознайтесь, что это будет монография же, правда? Скажите нам, да, что мы сможем это почитать. Спасибо. Хорошо, спасибо, Елена Раймондовна, огромное. И мы мчимся дальше, и следующий...